Приветствую вас, друзья, на своем канале Серега Кишкобуд. Во-первых, хочу вас поблагодарить за активность вашу, за позитивные комментарии, за лайки, дизлайки. Канал развивается. Смотрю, куда мне сходить, друзья. Вот читал ваши комментарии и так смотрел. Я много где уже был, уже сам порой не знаю, куда сходить мне. Так, вот все просматриваю тут. Куда мне сходить? Китайскую кухню пробовал, бурятскую пробовал, блин. Шавухи очень сильно заходят у меня, кстати, друзья, блин. По шавухам почему-то. Вот, сейчас. Вот тут я был. Пиццы тоже пробовал. Бургеры, гамбургеры. О! Смотрю, нашел художную. Обломал. Да, в Москве я слышал, что он открыл тоже. Вот. Художную. Думаю, к нему сходить. Потому что я был в Питере год назад, с Андрюхой ездили, там 10 штук заказал, я их все не съел, насколько я, вы знаете, кто смотрел. Но сейчас я надеюсь разорвать его художную, все их бургеры там съесть. Никак их, блин, хот-доги, я уже, извиняюсь, уже. Ну, хот-доги тоже дорогие, 700 рублей, 600. 50. Худог грибной есть, худог классический, худог вегетарианский даже есть, тоже 650, ну очень цену, вам скажу. Худог с ананасом, беконом острым, 700 рублей, худог с вишней, беконом, худог с рваной свининой, 750 рублей. Есть худог даже от Макса Бранта, вот 7 худогов, думаю, их пойду я сейчас разорву. Напишите комментарии, осилю я 7 хот-догов, но они очень мощные. Самый дорогой 750, самый дешевый 650. Так что для этого надо мне, как вы сами знаете, деньги. А где их взять? Сейчас посмотрим по карманам. Повалим. Чеки вот, нифига, вот смотрите, сколько чеков у меня. О, мелочи есть. Да, конечно, даже 100 рублей нет. О, здесь паспорт у меня. Ну, в паспорте нету денег у меня. Здесь у меня пауэрбанк такой, маски, гигиена целая у меня. О, это что, наушники у меня, блядь, как маленькая встанька. О, а это откуда у меня взялось? Этот. О, здесь даже весы у меня есть. Друзья, я его совсем забыл, что я оформил карту Тинькофф. Платинум. И хочу вам посоветовать оформить ее. Тинькофф Платинум – это кредитная карта с кэшбэком и лимитом до 700 тысяч рублей. И вот вам пару советов, как получать максимум пользы от нее. Пользуйтесь бонусами и спецпредложениями. Бонусы – это вознаграждение банка за то, как вы пользуетесь картами. Обычные условия и бонусы по кредиткам выгоднее, чем по дебетовым картам. Оформляйте рассрочку на покупке одной кнопкой, без лишних документов и походов в банк. Платите частями за технику, одежду и товары для дома. У этой карты кэшбэк до 30% бонуса. Один бонус равняется 1 рублю, которым вы можете расплачиваться, например, в ресторанах, кафе, фастфуде или при покупке ЖД-билетов. Кредитный лимит до 700 тысяч рублей. 55 дней на закрытие долга без начисления процента. Быстрое решение о выдаче. Бесплатная и быстрая доставка карты по всей России. А если вы оформите карту по ссылке в описании до 8 февраля, то ее обслуживание будет бесплатно навсегда. А вне акции 590 рублей в год. Ну а что, друзья, а я поехал снимать обзор для вас по этой карте. Давайте. О, блин, уже полчаса имя. Друзья, прошу вас не повторять. Все трюки выполнены профессионалом. Здравствуйте, я вот хочу у вас все хот-доги заказать. Да, я просто в Питере год назад там заказывал 10 штук у художной. Это же тоже обломало. Да. Я-то все съедаю. Да. Я вот 7 штук хочу заказать и съесть. Я вот смотрел на сайте в Москве. Да, вот. Да. Тут.
Давайте, смотрите, можем пройтись по списку и сначала выбрать колбаски, соусы, а также там некоторые позиции, типа рваной свинины. Да, вот рваная, классический хот-дог. Давайте. С ананасом, беконом, да, хот-дог. Классический хот-дог, какую колбаску сделаем? Есть куриная с сыром, есть свиная острая. Не, острую не надо. Хорошо. Курицу с сыром или свиную классическую? Курицу, там рваная свинина, хот-дог с ананасом, беконом. Хот-дог с вишней, беконом. Яркая паста, хот-дог грибной. Соусы тоже, как понимаю, все. Да, разные соусы. Я просто 7 штук думал, это очень тяжело будет. 7 хот-догов и попить. Друзья, классический хот-дог принесли. Вот такой. Завернутый. Мазуха так аккуратно. Решетка сделана. Здесь картошка, капуста. Квашеная капуста. Будем пробовать хот-дог. Ну, обстановочка, что скажу, нормально. Залы просторные. 3 зала. Народу мало. Ну, цены кусаются, да. Разговора нет. Будем оценивать. Это свинина. Хот-дог со свининой. Забыл вам пожелать. Приятного аппетита. Приправа. Такой кетчуп. Помазуха, короче. О, еще один принесли. Это грибной. О, грибной принесли. Грибов много, вот сюда положу грибной. Свинина, сосиска. Булки мягкие. Сыр. Вот это посыпуха какая-то. Спасибо. Ну, конечно, кушаю хот-доги. Узнают ребята. Все хот-доги заказал. Порвать. Вам спасибо, что смотрите. В Москве даже знаю. Ну а это чем? Это соусы. Нет, вот это. Ведущий. От Макса Бранта, новый футболист. Макс Бранс. Вот Макс. Макс Бранс. Футболист тоже. Привет, Макс Бранс. Сейчас мы у тебя продегустируем Макс Бранд. Я тут Макс Бранд, все сюда. Мощный тарта. Первый. А здесь на скорость, друзья, не съешь. Потому что он очень сочный. Все будет бежать от дошечки. Салатика. Ну, цены такой не стоит. Он классический. Сейчас посмотрю, сколько стоит. Будем с грибами, друзья. Ой, блин, он весь тоже. Ох, весь. Намараться можно весь. Приятного аппетита. А, грибы сперва. Так, 7. Маслина. Угу. Давайте сейчас я. О, грибы маленько съел, друзья. Очень мощно, друзья. А быстро сюда. А грибной вообще мягкий. Но он дорогой. Колбаска тоже свинина. Они из-за этого дорогие, друзья. Свинья тут. Нет. Петля упала. О, мощный. Сейчас Макса Бранта посмотрим.
что он сделал для меня. Ну что вам скажу, грибной, грибы здесь маслята или опята, белый гриб, крученый, перемешка. Ого. И еще сейчас будет один спора. Вот сейчас как раз вот этот доем, уберите. А это что? А это вот это калина, что ли? Как красную утку показываете? Вот едет она. Обломов за ваше здоровье. О! Давайте заберу вас. Давайте, заберите вот это. Да что-то я зацепил сейчас. Эту зацепил. О, все. Зацепил. Это последний, да? Да. Нифига мощно. Это сырный, да? Олень кастрит. Третий пошел. Он такие мощные. Здесь сыр такой топленый. Булки горячие. Сыра очень много. Напишите обязательно комментарии, друзья, кто сколько съедал худого. Здесь тесто дрожжевое, очень мощно. Очень мощно. Курица. Мощно. Собранно попробуем. Еще три хот-дога. Всем приятного аппетита. Вот это свой мясо. Булка мягкая. Сосиска, не пойму. Тоже со свиньи. И это нарезка. Тоже свиная. Сыр топленый. Жирный сильно. О, Мак. Сильно жирный. Жирный сильно, Макс. Ну, уже остыл, не то. Тяжеловато идет. Булки такие мощные. На неделю опять забьется. Штаны. За 40 гривен штаны. Штаны заморал. О, мощный сильно. Так ничего, Макс, твой бургер, но он жирный, нарезка свиная, колбаска свиная, о, очень мощно. Что-то я лишканул, друзья, тяжело дается мне. Вот этот еще, вот этот, наверное, это полегче будет. Уже остыли, невкусно. Это, наверное, овощной, вегетарианский, не сосиски. Андрюха, Саня тоже вегетарианец. О, короче, сосиска в тесте. По мазуте всяко разно, приправы. Это рваная свинина, елки-палка. Друзья, извиняюсь, вот. Видите, рваная свинина. Зеленью посыпана, сладкий перец. Чуть-чуть острит. О, блин, уже полчаса ими. Рваная. Это тоже труд. Очень мощный. Вредный. Путин пенсию даст. Еще два. Это пьяный. Вот еще. С ананасом, друзья. Петрушка, что, ананас, перец тут. Красный перец. Вот сейчас свинину рванул. Съел очень остро. Во рту до сих пор горит. Сосиска говядина. Сластит. Ну, сыр, как всегда, желтый такой. Нормальный человек один наел. Так что, друзья, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий за мое старание.
свита. Каждому хот-догу полагается капуста квашеная и картошка. Ну, плохо стало. Острый вот этот ананас. Островатый, да. А, сытный очень, мощный. Ну, соревнования я как-то за пять минут съел. Очень мощный. Тоже сосиска такая. Вот эта капуста какая-то. Вот это не знаю, чего. Объелся вообще жестко. Это затянется. Это тут дают. Друзья, прошу вас не повторять. Все трюки выполнены профессионалом. Очень тяжко. Всем хот-догов от обломала. Рот налился. Вот это сладко. Растит и сластит. Я это сделал, друзья. Очень булки мощные, мясо настоящее, свиная, куриная, баранина. Нет, не баранина, говядина. Все острое. Сами все видели, что они мощные. Вот такой обзор. Как вам такой челлендж, друзья? Пишите обязательно комментарии. Ставьте лайки или дизлайки. Это мое старание. Это тоже труд, талант, профессионализм. Настолько много есть хот-догов. Это не простые хот-доги, которые в забегаловке. Они очень дорогие. Что я вам хочу сказать по этим хот-догам? Ну, цена, правда, здесь, да, не для простого смертного, не для работяги, трудяги. Когда можно в арке хот-дог взять за 80 рублей, я вот сам работал. На дороге за 8 беру. Здесь, видите, в 10 раз дороже. На этом я буду заканчивать свой ролик. Всем огромный привет и еще раз огромное спасибо за позитивные комментарии, за лайки, за дизлайки даже. Ну, в основном здесь позитив, друзья, это вообще здорово. Давайте мы все вместе, наша дружная семья, разорвем YouTube. До скорых встреч. С вами был, как всегда, Серега Кишкобот. Всем пока.